Профессиональным жрицам любви наступают на пятки андроиды. С громким заявлением выступили финские ученые. По их словам, девушки легкого поведения уже в ближайшее время могут сильно сдать позиции и уйти с рынка интим-услуг. В качестве доказательства исследователи приводят результаты анонимного опроса, проведенного среди мужчин в Финляндии. Большинство респондентов признали, что не прочь предаться любовным утехам с роботами. Среди аргументов в пользу такого выбора назывались: безопасность для здоровья, низкая цена и отсутствие стыда после контакта с куклой. Реальные жрицы любви уже подвергли критике результаты исследования ученых из Финляндии и назвали выводы провокационными.